Здравствуйте, друзья! Это Юрий. И поводом для того, чтобы записать сегодняшнее видео, является не только то обстоятельство, что сейчас, как мы с вами видим, котировки Contentos токена COS начинают бодаться за уровень примерно 2 рубля. Если посмотреть на трехмесячный график COS, то мы с вами обнаружим, что 2 рубля... Если именно в рублях котировки брать, они там уровни чуть-чуть более как бы наглядно так выглядят, то в принципе вот уровень ближайший в случае, если 2 рубля наверх проходит, это где-то 2.40, то есть еще на 20% движение вверх может открываться после этого. И давайте тогда попробуем для себя прикинуть, какие у COS-а есть такие фундаментальные, скажем так, характеристики и насколько текущая цена соответствует этим характеристикам и тем возможностям, которые имеются у COS. Ну, в первую очередь есть смысл общую информацию взглянуть криптовалюты COS подробный обзор. Это bitcoinmining.net cryptocurrency Contentos. Ну, да, давайте зачитаем, чтобы ошибок никаких не возникло. Итак, криптовалюта Contentos, COS – это внутренние токены системы, предназначенные для вознаграждения пользователей платформы за качественный контент и видеоматериалы. Ну, в принципе, здесь частичная информация воспроизводится та, которая есть в белой книге, ну, фактически в проспекте эмиссии была Contentos. Но обратим внимание на некоторые нюансы. Вот Contentos также намеревается зарекомендовать себя как будущий Ethereum цифрового контента, принимая контент приложения всех видов. То есть они не будут ограничиваться на своих собственных разработках, но будут в свою экосистему включать и другие независимых разработчиков. Contentos – это особенности платформы Contentos. Contentos – это децентрализованная глобальная экосистема контента, инвестируемая Binance Labs, очень важно, потому что Binance Labs – это инкубатор блокчейна, крупнейшей в мире биржи Binance. Кроме того, фондом DHVC и различными ведущими фондами. То есть это очень классная штука, потому что тогда мы с вами начинаем понимать, что на самом деле Contentos имеет очень могучего такого спонсора, и мы можем с вами не сомневаться в том, что финансирования будет достаточно. Мы в дальнейшем посмотрим и убедимся в этом. Contentos сотрудничает с тремя ведущими социальными сетями LiveMe, Cheese и PhotoGrid для доступа к десяткам миллионов создателей и пользователей по всему миру. И PhotoGrid – это, по-моему, их собственное. Дальше посмотрим, еще подтвердимся в этом. Цель Contentos – создать основу для децентрализованной экосистемы цифрового контента, которая дает всем участникам, включая создателей, потребителей и рекламодателей, справедливую компенсацию за их вклад. По замыслу разработчиков, их детище должно позволить людям мыслить и действовать согласно собственным задумкам, а не ожидать одобрения и верификации своего контента, как это работает на том же YouTube. Но тут несколько слов не то чтобы в защиту, а в поддержку YouTube, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день Contentos не является противостоянием YouTube. И достаточно для этого того обстоятельства, что видео в Contentos можно активно обсуждать и получать за то, что вы ставите лайки, только в течение недели. То есть видео более краткосрочный период жизни имеют, и это накладывает свой отпечаток на характер контента, который стоит распределять между Contentos'ом и YouTube'ом, хотя на текущий момент их можно просто дублировать. Более того, авторы стремятся не просто сделать комфортные условия для творческих личностей, но объединить их в своеобразную социальную сеть при помощи создания и распространения контента, а также приятной стимуляции посредством вознаграждения в виде криптовалюты COS за полезные действия в этом пространстве. Это мы все с вами тоже из белой книги хорошо знаем. В техническом плане Contentos пытается сделать упор на высокую скорость как передачи данных, так и транзакционных выплат при низкой стоимости самой сети. Внутри COS TV однозначно совершенно это работает уникально. В других приложениях надо будет попробовать скачать и посмотреть. Мы к ним тоже перейдем. Это возможно благодаря механизму самоадаптивной отказоустойчивости вкупе с трехуровневой архитектурой. Протокол, который увеличивает свойства блоковой цепи,
услуги, которые используют искусственный интеллект в сочетании с блокчейном для побуждения пользователей вкладываться в контент, и приложения, которые дают базовый API для увеличения скорости разработки и развития экосистемы. При децентрализованной системе доходов ценность создания является открытой, прозрачной и возвращает вознаграждение непосредственно пользователю. Проблемы и, ну, фактически их решение контента, да? Социальные сети дают возможность каждому пользователю иметь платформу, предназначенную для продвижения его индивидуальных представлений о мире в целом. Текущая экосистема контента управляется централизованными платформами, которые зависят от рекламы для получения дохода. Поэтому создатели контента вынуждены создавать контент, одобренный рекламодателями, но не следовать их творческим замыслам и свободно выражать свое мнение. Ограничения, присущие рекламным контентным платформам, порождают вопрос о том, насколько свобода выражения в самом деле допустима. Обмениваются ли взгляды отдельных влиятельных людей на тщательно разработанный и спонсируемый контент для масс? Кроме того, при взгляде на итоговый результат необходимо задать вопрос, куда направляется большая часть денег. В текущей системе контента корпоративные платформы пожинают львиную долю вознаграждений, генерируемых рекламными долларами, оставляя лишь копейки для влиятельных лиц, от содержания которых зависит платформа. Ну, достаточно справедливая постановка вопроса, особенно то, что касается взгляды отдельных влиятельных лиц на тщательно разработанный спонсируемый контент для масс. Вот это вот совершенно однозначно является проблемой, потому что мы уже устали и по телевидению от этих всяких телепузиков, которые фактически получают огромные деньги за то, что продвигают четко по методичкам диктованный им контент. И причем это делается, что с одной стороны процесса, если брать, например, сторонников, противников там, нынешнего президента России, так и с другой стороны. И поэтому вот эти вот отвратные как бы совершенно передачи, которые идут на российском телевидении, где одни и те же эксперты, которых тысячу раз выгоняют, их там пинков дают. И вот это все, если вы 5 лет не смотрели российское телевидение, посмотрите сейчас, ну, я не смотрел года 2-3. Периодически, если включаете, то вы видите, что одни и те же персонажи обсуждают одно и то же. И все это вот такой фарс, который напоминает в большей степени постановочные битвы там каких-нибудь древнегреческих философов, когда и с той, и с другой стороны подставные персонажи, и вот они что-то изображают из себя, при этом сея негативный контент в обществе. Конечно, от этого надо уходить, и уже только по этой причине там контента, допустим, очень здорово компенсирует недостаток свободы слова, который есть там в том же Фейсбуке, да, в новой мета, в этой вот вселенной, в которой нет никакой свободы слова. В контентес он совершенно однозначно есть, и я надеюсь, что он еще долго будет здесь оставаться. Эти технические гиганты соблазняют создателей контента обещаниями жизнеспособного дохода, используя свои творения для собственной выгоды. В этой модели создатели и пользователи проигрывают, а технологические платформы процветают за их счет. Решение проблемы. Ну, здесь предлагается то же самое, но фактически из белой книги. Разработчики контента считают, что все участники экосистемы контента должны извлечь выгоду из своего вклада, используя токенизацию, обеспечиваемую технологией блокчейн. Контента стремится воплотить в жизнь мечту о более справедливой и демократичной среде контента. Создание, курирование, распространение, хранение и проверка контента – все это вознаграждается токенами КОС, уникальной криптовалюты, обеспечивающей экосистему Contentos. Binance Labs инвестирует в Contentos. Вот важный очень момент. Да. Binance Labs – экофонд под управлением Binance, крупнейшая в мире биржа по криптовалютам, сделал совместное заявление с публичной сетью Contentos, что он будет инвестировать в КОС для поддержки технического развития и создания глобального сообщества. Ну, сделано это было достаточно давно. Это еще в октябре 2018 года. И это отрадная новость, которая задает нам хорошие долгосрочные перспективы, потому что могли возникнуть сомнения, хватит ли тех денежных средств, которые собрали КОС в процессе продажи своих токенов крупным инвесторам для того, чтобы поддерживать операционную деятельность и развиваться в дальнейшем. КОС стремится построить самую широко используемую в мире общественную цепочку для цифрового контента. И путем объединения глобальной ценности контента все глобальные создатели могут быть привлечены к созданию контента и получению прибыли, полученной от него.
Это здорово, потому что это нам определяет горизонты развития КОСА. И горизонты эти, ну, фактически, с учетом того, что сейчас монетизация, капитализация, извините, КОСА составляет менее 100 миллионов долларов, понятное дело, что при таких планах он может иметь капитализацию 10 миллиардов и подбираться, может быть, к 30, к 40, к 50 миллиардов. А это значит 500-кратный рост по сравнению с текущей ценой. Рейтинг токен, всемирно известное блокчейн-рейтинговое агентство, оценило КОС как одну из самых перспективных блокчейн-программ в мире. Благодаря своим передовым блокчейн-решениям и глубокому мировому опыту, КОС поддерживает долгосрочные и прочные партнерские отношения, но эти уже упоминались, LiveMe, Chess, PhotoGrid и другими платформами контента с точки зрения инфраструктуры контента. Вслед за Donghua Capital, DHVC и Anthology, Binance Labs стала еще одним мощным дополнением к списку инвесторов КОС. Будучи одним из первых в мире профессиональных инвесторов, активно работающих в блокчейн-экосистеме, Binance Labs применяет строгую систему рейтингования программ. Binance Labs ценит техническую архитектуру, систему стимулирования и сообщество, стоящее за каждым проектом, когда принимает решение об инвестировании, и контента соправдал их ожидания. Здорово, оправдал ожидания, несмотря на то, что котировки не так уж сильно выросли, да? Binance Labs получила присутствие в нескольких сегментах блокчейна, таких как криптовалюта MobileCoin, высокопроизводительная общественная сеть Oasis Labs, аудитор безопасности смарт-контракта Certiq и регулирующая краудфандинговая платформа Republic. Партнерство с КОС знаменует собой значительную веху в фокусировке Binance Labs на глобальном публичном блокчейне. Вот наш отец-основатель криптовалюты Contentos и проекта Contentos. Замечательный человек, всегда веселый, всегда доброжелательный, положительно настроенный, классно. Значит, длинное видео получается, поэтому полностью все прочитывать здесь не буду, да, потому что отчасти это из белой книги. К минусам можно отнести не слишком сильную осведомленность о данном проекте в Европе и Америке, а также наличие конкурента в лице STEM, который на данный момент является куда более проверенной и зарекомендовавшей себя социальной сетью на рельсах блокчейна. Надо будет посмотреть, что они из себя представляют и как бы прикинуть. Дальше. Переходим к капитализации, к тем параметрам, которые уже подустарели, наверное, в этой статье, и их лучше посмотреть с более свежих источников. Но перспективы криптовалюты. Платформа Contentos и проект CosTV выглядят довольно перспективно и многообещающе. Если проект сможет привлечь пользователей при помощи свободы взглядов на производство и распространение контента, подкрепленная гарантией защиты авторских прав, успех будет обеспечен. Это здорово. Все вознаграждение, полученное за контент, будут положительно коррелировать с кредитными баллами пользователей в режиме реального времени и количеством кос, которыми они владеют. Вознаграждение также будет коррелировать с текущей частотой производства и количеством видео, находящихся в настоящее время в экосистеме. Чем меньше видео в экосистеме в целом, тем больше вознаграждение распределяется каждому создателю контента. Таким образом, ранние создатели контента будут получать больше символических вознаграждений, стимулируя участие ранних последователей. Из белой книги, опять же. На данный момент биржа Binance предлагает стейкинг монет КОС под 21,49% годовых, что в свою очередь подстегивает пользователей к покупке данной криптовалюты, а значит спрос будет только расти, а проект развиваться. Но мы сейчас с вами, ну фактически здесь это сообщение закончилось и закончилось на нужной нам волне, потому что мы сейчас с вами посмотрим как раз то, что на бирже Binance аналитика, которую они дают по... Так, сейчас. Нет, аналитику мы будем чуть-чуть в другом месте смотреть. А нет, посмотрим. Фьючерсные рынки, обзор рынков. Сейчас глянем. Торговля, деривативы. Здесь удобнее, конечно, смотреть котировки текущие и для сделок. Но у нас еще есть другой источник информации, с которого мы начинали. Мы видим, что сейчас котировки все еще держатся 1,94 рубля. То есть пока рост утренний, он, ну, для России утренний он подзакончился. Давайте теперь посмотрим вот анализ как раз. Итак, вот что для нас очень важно и интересно посмотреть, это токенс Юмори. Насколько мы с вами знаем, выпущенными, ну, предполагается выпустить в обращение 10 миллиардов бумаг. И на текущий момент, смотрите, как
распределены пользователи, которые сделали или пока что находятся в минусе относительно своей цены по приобретению. 89% находятся в плюсе, 6% примерно где-то находятся в нуле, и 5% только потеряли деньги. То есть практически получается, что на контент сейчас большинство, подавляющее большинство инвесторов зарабатывает. Что для нас тоже важно. Концентрация by large holders. Речь идет о тех монетах, которые находятся на бирже. Поэтому 99% из всех монет сегодня принадлежит крупным владельцам. Фактически не происходило еще до сих пор распределение бумаги среди розничного инвестора. Это характерно для проектов, в том числе и обычных акций, которые еще не вступали в стадию роста. И поэтому потенциал, безусловно, связан с тем, что постепенно, когда произойдет достаточно мощный рост, то крупные владельцы, возможно, захотят избавиться от определенного количества своих монет. И поэтому на текущий момент широкое распределение монет происходит только через КосТВ и через три еще приложения, которые имеются у Contentos. Holders Composition by Time Held. Это как раз интересно с точки зрения долгосрочных, краткосрочных и среднесрочных инвесторов. То есть 82% больше одного года владеют косом монетами, 14% от 1 до 12 месяцев и лишь 4% приобрели монету в последний месяц, меньше месяца владеют. Количество транзакций больше чем 100 тысяч вот за последние 7 дней, на 3,54 миллиона долларов произошло транзакций, то есть не так много по сравнению с тем скачком, который был, там 600 миллионов оборота достигали для бумаги, у которой 100 миллионов только капитализация, чуть меньше. И Transaction Demographics. На Западе 58%, на Востоке 42%. То есть еще Восток тоже не включился в игру, может подключиться. И как мы с вами видели, в Европе и в Азии пока что про эту монету знают не очень хорошо. И если судить по косу, то в косе в основном сейчас бразильцы, сейчас вьетнамцы, сейчас там Венесуэла несколько в меньшей степени, там Португалия пока что еще география, там Соединенные Штаты очень маленькую долю занимают. Мексика еще начинает подключаться, испаноязычные такие страны запускаются в Японии и в Корее. То есть идет такая динамика положительная в этом отношении, но все еще в таком, таком стартующем состоянии. Еще не произошло никакого серьезного движения. Когда оно произойдет, котировки будут, конечно, совершенно другими, потому что узнаваемость будет только увеличиваться. Социальные сети, давайте попробуем посмотреть аналитику тоже. Здесь все ссылки на последние сообщения, которые касаются КОСА. В основном это в Твиттере. И в Твиттере достаточно активная деятельность. В Дискорде тоже там, в Дискорде там неплохая есть активность. Но тем не менее. Значит, глянем, что с рейтингами. Ну, мы с вами видим, что AAA с левой стороны у нас, как ни странно, DS с правой стороны, и получается, что КОС сейчас, какой у него рейтинг? B. Стабильный рейтинг и стабильный пересмотр рейтинга предполагается. То есть, в принципе, такая стабильная здесь обстановка. Так, проект Inform можем посмотреть. Но никакой особенной здесь информации не содержится. Исторические данные, это уже более-менее понятно, что это просто котировки. Так, рейтинги, в общем-то все, по-моему, новости можно еще глянуть. Вот час назад, outstanding outboarding the next wave of crypto users with web-based airdrops. Это не то немножко. Так, отлично. Так, теперь на Binance переходим, посмотрим текущие котировки. Это котировки у нас 4-часовые. Если по дням посмотреть, то ситуация вот таким образом складывается. Тоже где-то здесь есть уровень такой сопротивления, но
он все-таки несколько выше залегает, там на 3-3-10 примерно, то есть еще к нему, ну, можно, есть время доходить. И по 15-минутным котировкам, если смотреть, то здесь было попытка захода наверх. Сейчас у нас происходит небольшая релаксация после этой попытки. Но посмотрим, чем это продолжится. Насколько она глубокая откажется, эта коррекция после роста. И самое главное, куда дальше она перейдет. Так, и еще есть смысл посмотреть вот соотношение как раз курса по отношению к Binance к самому. То есть здесь мы с вами можем видеть, Binance очень здорово рос. И поэтому получается на этом фоне КОС стоит совсем копейки. То есть для самого Binance, там, допустим, возможность продать свою монету и купить монеты КОСа, ну, если ликвидность позволяет это сделать, потому что фактически все долгосрочные инвесторы, и в этом смысле, собственно говоря, и покупать-то не у кого, там 1% только, да, в обращении, то, что не принадлежит долгосрочникам и институционалам, поэтому там особо не разгуляешься даже. И не купишь, если захочешь. Отчасти этим, наверное, объясняется то обстоятельство, что нет пока что какого-то серьезного роста по монете. Но с точки зрения нас, как владельцев аккаунтов в КосТВ, это как бы и лучше еще. И в конце давайте вот остановимся на том, что еще есть у Contentos, помимо КосТВ. Про КосТВ мы уже более-менее знаем. Итак, фотогрид, да, то, о чем мы говорили, это принадлежит самому Contentos. Популярное приложение для редактирования фото с сообществом, похожим на Instagram. Фотогрид работает на тестовой сети Contentos и реальных токенах КОС. Фотогрид доступен на iOS, так и на Android. Надо будет попробовать скачать и посмотреть, как эта штука работает. Возможно, это будет еще одним из вариантов для майнинга. Майнинга, я имею в виду вот монет КОС через размещение своих видеоматериалов, через размещение своего контента. КОС 2048 – это игровое приложение для Android, созданное на основе оригинальной игры 2048 года. Пользователи могут зарабатывать КОС в однопользовательских играх и использовать их в многопользовательских играх. Тоже интересно. То есть фактически для тех, кто любит поиграть, можно зарабатывать КОС и в процессе игровой деятельности. Теперь становится даже интересно сравнить, где, в каких проектах можно заработать больше. WalkCoin пытался найти это приложение для Android, пока не получилось. Это особенно интересная штука, потому что это приложение для Android, которое отслеживает записи пользователей о ходьбе. WalkCoin выпускает Energy Coins и ENC в тестовой сети Contentos, чтобы мотивировать пользователей на достижение своих целей в упражнениях. Пользователи могут зарабатывать монеты энергии, выполняя пешие миссии. В принципе, это классная штука, потому что в силу своей занятости я, работая там гольф-маршалом в прошлом году и гольф-инструктором в конце сезона 2021 года, мне приходилось проходить за день в среднем примерно 15 тысяч шагов. И это такая очень мощная нагрузка, ну, в рабочий день, по крайней мере, да. И это такая очень мощная нагрузка, которую, если бы была возможность монетизировать, то это было бы очень круто. И второй момент. Если мы с вами много времени проводим за компьютером, то нам обязательно нужно двигательной деятельности хотя бы час-полтора в день. Для того, чтобы компенсировать вот эту вот просадку для анализаторов, которая возникает в результате долгого сидения за компьютером. Поэтому мой режим, например, дня строится таким образом, что я с утра 4-5 часов работаю за компьютером, днем на час-полтора выхожу как раз на улицу, там гуляю, играю в гольф, занимаюсь какими-то другими делами с двигательной деятельностью связанной. И потом вечером еще там 4, 5, 6, 8 часов могу просидеть за... Прошу прощения, ну там 5-6 часов просидеть за компьютером. И это позволяет более-менее ресурсное состояние поддерживать, потому что иначе, если, допустим, просидеть безвылазно там 8-10 часов за компьютером, то, конечно, анализаторы убиваются и самочувствие становится... Ну, вы себя... как бы свой потенциал снижаете со временем. Не развиваете его, а снижаете. А в том случае, если вот любую занятость, связанную с фрилансом, с трейдингом, там, с развитием социальных сетей, вы сочетаете с гольфом, то это идеальная штука, потому что вы и там, и здесь фактически у вас определенная игра, но она ментальная, нагрузка большая на нервную систему, а там у вас игра, связанная с физической деятельностью. И ваши двигательные нейроны начинают включаться в решение задач, связанных с вашей интеллектуальной, такой когнитивным компонентом деятельности, да? То есть
Очень важная штука. Но я буду делать об этом дополнительное отдельное видео. Спасибо вам огромное за внимание. 25 минут фактически записывалось это видео. Его не обязательно смотреть целиком. Можно периодически пересматривать, потому что, на мой взгляд, здесь собрано достаточно много информации, которая может оказаться полезной для нас не только вот в течение этой недели, но и в последующей неделе. И я для себя иногда записываю это видео, чтобы потом просто взять и пересмотреть в случае необходимости, сверить как бы свои какие-то ожидания с действительностью. Спасибо огромное. Всем хорошего дня, хорошей игры. I cause you, be cause, we cause. И давайте придумывать дальше те слова, которые будут развивать нашу такую метавселенную. Удачи!